В Урупском районе прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные столетию республики. Одним из самых зрелищных и увлекательных состязаний стали конные скачки на ипподроме станицы Преградная. Подробности у Али Баташева. Скорость, красота и очередная победа. Чистокровный жеребец Биг Бен уверенно лидирует на трассе 1800 метров, оставляя позади своих соперников. Владелец Ксения Акулова с восторгом встречает своего любимца и получает заслуженную награду. Был на операции зимой в Москве, да, прооперировали обе передние ноги, поэтому мы скачем, ну, как бы пробуем скакать с такими лошадьми, более такими попроще. Но лошадь сложная, как вы видели, он выиграл скачку, еще раз кругом проехал. Ну, любимая, не знаю, что еще сказать, любимая, лучшая для нас, по крайней мере. Каждый владелец и жокей считает лучшей именно свою лошадь. А конные скачки – прекрасная возможность показать ее лучшее качество. Мухаммад Чумаев приехал из Верхней Тиберды. Приехали первый раз на скачке участвовать. Надеемся на победу. Жеребец местной породы, карачаевской. Карачаевской породы. Сколько ему лет, как зовут? 5 лет. Локон. Это вообще здоровый образ жизни, да. И учитывая то, что мы родились в горах, и что для нас означает лошади, об этом и говорить, может, и не надо. У нас и есть и свои лошади. Это карачаевская лошадь, которая на самом деле сейчас является самым многочисленным вообще в России из среди заводских пород. Чистокровные лошади всех возрастов, карачаевской и других пород, рысаки и находцы восхищали зрителей на протяжении 6 заездов на дистанциях 1200, 1800, 2400 и 3200 метров. Каждый заезд сопровождался торжественной церемонией награждения, за которой следовал музыкальный номер. Победителями скачек стали Акбар Акбаев и жеребец по кличке Малыш, Далим Биджиев и Биг Бен, Тимурлан Караев и Козырь, Мурат Текеев и жеребец Баграт, Рамазан Гачаев и Малыш, Тимирлан Кубанов и Ураган. Им вручили кубки и денежные премии. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район.